Пять вопросов рассмотрели депутаты на 69-й сессии городского совета. Структурные подразделения администрации продолжают приводить в соответствие с федеральными законами местные законодательные акты. Так, единогласным решением собравшихся принято изменение в рабочее положение об управлениях здравоохранения и физической культуры. Депутаты также внесли изменения в план приватизации объектов муниципальной собственности. По просьбам избирателей скорректирована программа выполнения наказов. Необходимо больше средств направить в систему ЖКХ для ликвидации последствий разгула стихии. Нина Баклина, исполнительный директор ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар», привлекла внимание депутатов к проблемам скопившейся задолженности в топливно-энергетическом комплексе. Долг «Теплоэнерго» за потребленный ресурс около 10 миллионов рублей. Олег Мародиросян заверил депутатов, что к концу ноября задолженность будет погашена. Этот вопрос на контроле администрации города-курорта. Нина Баклина подняла еще один важный вопрос. Из просьб жителей ликвидировать очередь в Анапа-Кургаз вытекает закономерная потребность в строительстве нового здания. Земельным участкам, переданным предприятию в долгосрочную аренду, есть сложности. Депутаты взяли паузу для изучения вопроса в рабочем порядке.